президентские баллы за 2019. Нас мало, но мы в тельняшках. Я тут думал, уже. Так слушай, ну извини, когда все перекрыли. Вот. Раздаем поцелуй. Можно мне руку пожать? Написал, да, что у меня 2x, просто у меня был висел 1x большой. Люди X. И он мог пролететь. Доходы. В результате мы с доходами меряем. А, вот так вот. У нас чудеса случаются. Мы ничего не делаем, а деньги идут. Я написал, короче. Я тогда просто еще посчитала. Потому что я же была на детоксе, и у меня ни алкоголя, ни кофе, ни еды. Еда, вот количество. Жевать по часу, то есть я посчитала, сколько я сэкономила на алкоголе. Ну, это... Добавила в пассивный доход. Да, да, да. Но это нереально. Слушайте, она даже правильно. Привет! А там все очень просто. Вот ты в Германии, вот ты в Голландии. Да, да, да. Я Саша Пугалева. За ней говорил. Приветствую. Да, тот самый Мартынов. Александр. Да, тот самый Мартынов. Да, я. Тот самый Саша Мартынов. Видимо, портал открыли, да, уже там у нас вот кадр второй, дубль первый. Так вот, зашел у нас разговор в группе о том, насколько как люди начинают взаимодействовать на нескольких уровнях, на сознательном, подсознательном и так далее. Галина рассказала о том, что на уровне астрологии и часа и времени рождения. И тут я вспомнил, если верить полному собранию сочинений Марка Драбкина, том, это, наверное, третий, а может быть, четвертый, там сказано о том, что астрология, ну, опасная штука, потому что она, если люди целиком доверяют то, что говорит астрология, они себя несколько ограничивают, потому что у них могут быть какие-то собственные пути. Поэтому у меня есть в связи с там, вот, работой в группе, встречами с людьми, которые в Финтре, да, вот, собственно, у меня к тебе вопрос. Поэтому вот ты так, кто еще не рассказывал. Поэтому мы читаем 3x, 5 и 6x, там вот эти доходы, да, как, удивительным образом. Да, как это вот волшебно происходит, но. Мороженое, пожалуйста. Что-нибудь кроме денег, как надо. Ну, о чем тогда говорить? Хорошо, хорошо. Когда я действительно стала доверять вот, общению с Марком, когда он, я его давно знаю, очень много лет, Алиса, моя подруга, уже 15 лет, мы еще были с ней в Москве познакомились, работали вместе в гостинице «Москва» в казино. Вот оно, как все узнаем. Кого-то музыка связана, кого-то казино. Мы работали с ней дилерами казино. Да. Дилер в казино, это что значит? Крупье. По-другому. Крупье это на рулетке, а дилер это на карте. Да, так мы знакомы с Алисой. Это же интересно. А потом, она уехала своим путем, в Америку я своим. И вот Марк, я помню Марка, когда он еще работал в корпорации. И потом, вот, когда он ушел из этого и начал заниматься астрологией, то потом впоследствии вот этими всякими более глубокими вещами. Я сначала немножко так смотрела на это все, но в какой-то момент он так вот прямо, да, какой вопрос там я не спрошу, они оба стали мне какие-то вот ответы какие-то давать, которые начали меня как-то действительно вот, стабилизировать очень хорошо. Вот. И Финтру я сначала не хотела, первые вот эти вот потоки все, там, сколько там, потому что я думала, что это будет завал информации, на котором у меня совершенно нет времени. Каждый что-то написал, каждый что-то там свои 5 копеек вставил, думаю, а у меня будет... Просто кипяточку. Нет, уже. Мне кажется, это твоя история. Я просто с Марком лично консультировалась, и поскольку они у меня друзья близкие, у них на свадьбе была в Калифорнии, ну, то есть у нас так... Когда они у меня в гостях были, мы вот эти вот беседы, они привет, можно передать? Да, то есть я в какой-то момент начала вот именно сильно опираться на то, что он говорит. Он как-то раз там начал меня заземлять, стабилизировать и давать мне вот это ощущение стабильной уверенности и что действительно есть путь дальше, он гораздо лучше. Наверх. И потом в какой-то момент вот у меня просто именно благодаря вот ежедневному, там вот просто, что каждый день, там, когда Марк медитации делал каждый день, ну, период, или хотя бы два раза в неделю, когда он стал ходить, вот это вот постоянное такое возвращение,
к этому состоянию, что деньги есть, будет еще больше, и счастье будет еще больше, и удовольствие от жизни, оно всегда будет только больше и лучше. Нет пути назад. Нет такого. Я вот это свыклась с этой мыслью именно благодаря вот этому постоянству. Его вот постоянству, что он всегда об одном и том же, об одном и том же. Я с этой мыслью жила. Я думаю, что... Как преподаватели в начальных классах, да? Да. Вот он свою дуду там, балалайку свою. А это классная методология подсознания. Это разговоры со своим подсознанием. Вот. И настолько эта вот привычка выработалась, чувствовать себя хорошо, уверенно, что действительно это... Я думаю, что за счет этого это дает мне вот именно ощущение довольства жизнью и пониманием, что... денег неограниченное количество, мне действительно нужно придумать что-то новое, что меня действительно зажжет. Вот, наверное, вот такая вот история, что мой ключ к тому, что это вот систематическое, такое планомерное напоминание, что все есть, нужно только вот даже придумать. Картиночка вовсе правильно висит, да? Но это, кстати, давно. Это она у меня еще лет 10, наверное. Ну там я публиковал это там. Книжки. Купюры так. Да. В общем, так это впечатляет, да. То есть. Можешь поделиться, что ты делаешь с купюрами? Недостаточно ли я сказала? Понятно. Всем все понятно. Зажгла. Она мне нравится, ее подточивость. Девочка через чувства, да, через эмоции. Она мне говорит, но у меня нет сильного ребенка. Никак у всех девочек. Она мне говорит, для того, чтобы понять, сядь в мою машину. И для меня внутри, у меня внутри все сжалось. У меня такая очень дорогая машина. И вдруг я буду в нее садиться. То есть, знаете, такое, она говорит, ты чего? Я говорю, сядь и почувствуй, как тебе в Лексусе. И вы знаете, я как-то отпустила это от себя, села, и мне очень понравилось. Я просто немножко с ней проехалась. Она говорит, ты теперь думай, что тебе нужна именно такая машина. Это вот человек, да, с сознанием, в общем-то, тем самым. Я отпустила эту историю жизни, я не купила так машину, права так и лежали мне 10 лет. А тут вдруг им приходит самый условно тяжелый момент жизни, когда нет просто даже на ручку от этой машины. Я проезжаю мимо, а у меня прямо у дома автоцентр Лексуса. Я думаю, пойду. Вот мне просто хочется выдохнуть вот этого состояния, чего-то такого приятного, потому что это моя мечта, сесть за руль, возить. Он, как это называется? Цитирую, когда люди... Марка Драфтина. Да. Перевод, да. Пожалуйста. Мы проехали смотреть машину. Я внутри поняла вообще, какая машина вот мне понравилась. А он говорит, а можно я вам скажу, какой вы лучше себя чувствуете? Я говорю, какой? И он мне называет ту машину, в которой есть. Это прям вообще премиум, там, люксовская машина. Он знает, какой. Правильно. Правильно продавец. А он обратил внимание, он просто очень внимателен. Он просто... Знаете, лишняя ренту, моя женщина, с которой я много лет уже знакома, я, в принципе, не могла сформулировать, что я хочу. Ну, это нормально. Я, в принципе, понимала, что я хочу. Я понимала там метраж от скольки, да, там вид красивый из окна, там, ну и все, наверное, да. Нет. Вид красивый из окна на реку, скажем точно. И когда я с ней, она мне говорит, я нашла квартиру, она очень похожа вот по твоим критериям. Мы приходим, она говорит, смотрим, мне все нравится, все прекрасно. Звонит на следующий день, она говорит, я ошиблась, говорит, эта квартира на 50 метров больше, чем ты хотел. И она стоит там порядка на 10 миллионов тоже больше, чем ты планировал. Проходит 2 недели. И она мне звонит и говорит, я нашла квартиру, ее выбросили, я зарезервировала, она стоит 11. Это же квартира, которую мы смотрели. Вот когда ты в потоке. Это в потоке. Это застройщик продавал, потому что там все меняется. Да. Деньги к Новому году. Это был мой подарок к Новому году. Ну да.
у нас будет обмен. То есть каждый из нас вычеркнул что-то, взял. Понимаешь, вот когда мы умеем друг друга отдавать, тогда все в нашей жизни происходит. Ну, а закончилась история тем, то, что мне подарили ручку Lexus. Не компания, мне принесла моя знакомая, другая, да, подарила ручку. Нет двери, в смысле? Нет, так это напишешь. Кстати, вот это вот было, это, знаете, прошла неделя, и мне позвонила приятельница, она говорит, ты где? Я говорю, я дома, она говорит, я проезжаю мимо. Выйди, я тебе просто презент хочу сделать. Она мне... Да, это ручку Lexus. Когда я потом она уехала, открываю ручка в коробке Lexus на ней написано. Я говорю, да что было, я переживание. Она говорит, мне так захотелось тебе ее купить. Ребята, я на нее смотрела в салоне, когда думаю, о, надо ручку себе купить. Хотя бы ручку купить. Представляете, вот она была напоминалка. Да, да. Это почему вначале так прозвучало, что денег даже на ручку не было. Пошла смотреть Lexus. И вот ручка она, пришла, ручка да. Пришла, значит, придет и Lexus. Алена победительница, я бы даже сказал, да? Да, 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 да. Прям вот в этот раз у меня однозначно такое прям ощущение, что надо мне быть там. Надо срочно бежать, надо срочно подключаться. Дома интернета нет, телефон по дороге разрядился. Я в попыхах там пытаюсь все это подключить, восстановить, проплатить. В результате все сделала. У меня тоже на даче отключался интернет, я пропустил, что ты выиграла. Только сегодня увидел. Так, у меня еще одна история с этим выигрышем. Я утром смотрю список. Аллы нет в списке. Я звоню Алле. Алла, тебя нет в списке. И потом, что получилось? Я была 22-я. Нет, 23-я. Аллу добавили до меня, я стала 24-я. И выиграла. Могла себе вот, нужно было это сделать. Это правильно. Забота отдающий получает. Точно? Блин, точно, Макс. Конечно. Я даже не подумала об этом. Я думала, древнейшая мудрость. Вовремя посмотрела. Это правда. У меня такая ситуация в 16-м году случилась. Мы приехали на встречу с Далай-Лама. И он должен подъехать, и я знала, куда он подъедет, и забежала в отель, где он будет, чтобы подключиться к Wi-Fi. Иду к выходу, и здесь охрана хоп и закрывает двери, и не дает мне выйти. Я говорю, меня там ждут друзья, мне нужно их встретиться. Они говорят, нет, все. И тут открывается дверь, заходит Далай-Лама, и мы вот так вот вместе с ним. Встречаемся, он касается мне, говорит одну фразу, которая, знаете, вот, ну, ты все, ты там, где надо. И после этого он начинает движение, ну, я, естественно, стал, так как люди стоят, и голос такой с акцентом говорит, вам теперь важно понять, почему это произошло. Я поворачиваюсь, стоит Геша, которую он знает русский язык, ну, он 5 языков знает, он в Россию приезжает, проводит мероприятия. Я говорю, почему? Я говорю, почему? Скажите. Он говорит, потому что вы подумали о ком-то и сделали это для кого-то. То есть он был свидетелем всей ситуации, что я там звонила, искала. И вот это как раз про заботу, когда ты заботишься о ком-то, да, Вселенная, мироздание тебе отвечает абсолютно другим. И он позже у меня незапланированно мною, в моем сознании состоялась встреча с ним. Уже такая... Нет. Честно. Не в зале, а частная, да. Я Обаму встретила в Москве. Дальше, да? Нужно было приехать в Москву, чтобы встретить его. Может, он гуляет здесь сейчас? Мы столкнулись. Может, он сейчас здесь гуляет, поэтому нет? Интересно было, сейчас вспоминаю. Поехали с девчонками в Питер на... день освобождения блокады Ленинграда. И там был концерт, и так, в общем, наплакались мы жутко, сидели на этом концерте, и вот оно начало, и раз такой Путин выходит. Я сидела вот с ним рядом.
Так я сижу, думаю, вау. А еще до этого Маша... Ты плакал, да? Или ты плакала? Не выдавай секрет, это все думали. Да, как бы, потому что там вот эти бабульки, которые блокадницы, смотришь на них, и там столько жизни, нереально жизни, они такие оптимистки. И они к нам подходят и говорят, девчонки, вы такие классные, вы такие молодые. Они обнимают тебя. Кто кого поддерживает, неизвестно, да? Да, и ты понимаешь, что, ну... Я стою девчонкам и говорю, ну что, может, кому денег не хватает? Я говорю, может, что плохо кому что-то вообще? Ну, реально, потому что это невозможно. Ты понимаешь, что они пережили, и вот все равно они этот твой оптимизм, вот эту вот какую-то любовь к жизни, это пронести, вот, ну, это очень дорогого стоит. А еще Марк до этого говорит, как бы, смотрите, какие люди попадают в ваше окружение, кого вы встречаете, как бы, может быть, там, ну, чем выше у вас уровень энергии, тем, как бы, более люди, там, с высоким уровнем энергии попадают. И прям вот, это буквально на следующий день я приезжаю в Питер, и думаю, вау, какой у меня уровень энергии пошел. Далай-лама, да-да-да, Обама. Встреча без галстуков на таком уровне, и ты понимаешь, что... Да, все происходит в твоей жизни каким-то чудесным образом, когда ты закладываешь... Все ручка от Лексуса. Да, это все ручка от Лексуса. Потому что... У него просто, да, без духов. Это метафорические карты. Метафорические. То есть карты... Эти карты конкретно, таких карт существует великое множество. На любые, не знаю, психологические травмы, на любой вопрос, художники создают. Но это карты фотографий граффити и надписи на стенах, мостах в разных странах. Вот, были собраны в одной из групп на Фейсбуке. Люди просто вот шли, думали о чем-то, что-то у них не решалось, и они, опа, видят надпись. Это вот как бы, ну прям, понимаешь, их ответ на что-то, им пришедший. Но для каждого это свое. Как я обычно представляюсь, мужик гадал, как вашему слову. Пустили. Все, все пошли. Поток пошел. Ура! Все, поток открыли. Ура! Наш поток открылся, да? Как? Она в Бостоне. Мир правит любовь и дебилы. Что там такое? Мир правит любовь и дебилы. Выбирай. Давай с твоих рук. С твоих рук. А, потом я буду виноват, да? Я готов взять эту ответственность на себя. Они как принадлежность такая. Надо мне в Мексику, вот мне лично в Мексику надо поехать. Вот. Я вот просто, достаю карту. Нет, я не буду вам это говорить. Потому что... Нет, давай по-честному. Просто... Нет, просто... Тяжело озвучить, что ли? Ну просто эти карты хулиганские. Ну и что? Мы уже знаем, что они хулиганские. Давай, ну что ж, по-честному. Я на публике не могу это вслух говорить. Да, я хорошо воспитан, поэтому... Там иногда такие вещи. А, ну то есть это лично. Нет, там не озвучивай. Александр, зачитай. Да. Что происходит? Что у вас здесь? Я уточняю. Процесс идет. Я гадаю на себя. Я не знаю, что это было похоже. Кто я? Кто вы? Кто мы, да? Давайте так сделаем. Я мешаю колоду. Я просто прошла, она сидела, да не вы. Я мешаю колоду. Каждый загадывает. Здесь прямо есть последовательность действий. Значит, вы вот задумываете то, что для вас значимо, то, что в чем, как я говорю, в чем есть энергия. То есть, типа, вот если не клип, извините, да, то не сработает. Вот надо именно, чтобы энергия чувствовалась. И главное перед вытягиванием карты сказать: Вселенная, дай мне знак. Потом улыбнуться. Загадываешь то, в чем есть энергия, чего ты хочешь, то, что не можешь решить, но хочешь получить ответ. Говоришь: Вселенная, дай мне знак, улыбаешься и тащишь карту. И тащишь карту. Знаки Вселенной карты называются, поэтому вот.
Ну, смотри, я вот улыбнулся. Скажи, когда. Почувствуй, почувствуй. Почувствуй. Вот видите, вот человек правильно сформулировал и получил ответ. Четко, в точку. Не, ну... Ну ты же не знаешь, что он загадал, да? Покрывает все вообще. Это покрывает все. Я рад, что вам всем нравится. Они все такие. Нет, почти. Хорошо. Ты помнишь, что надо сказать? Можно было любую. А можно не быть? Улыбнуться. Улыбнуться. У меня был поцелуй. Правда говорю. Видишь, так? Да. И Наташа тоже зашла. Три. Лена, как это твоя карта? Ну, это мои наводки. Мне кажется, это самая лучшая вообще карта. Это вообще ответ на все вопросы для женщины. Самый лучший ответ, мне кажется. Можно озвучить или нет? Ну все, не открутишься теперь. Вот уже... Наташа уже вычитала мою карту. А, и уже тут больше некуда нечего тянуть. Вчера Наташа, ты уже два раза ее вытащила, да? Нет, Наташа, положи обратно. Давай. Так, что я загадала? Все же зависит от того, что ты загадала, а не что ты это... Она тут читает, карту она ждет. Вселенная, да, не знаю. Ну это про тебя. Ай, понятно. Почти как у меня, да? Зашло. Зашло.